Праздник белых бантов. Более 2000 первоуральских выпускников сегодня прощаются со школой. Последние звонки прошли во всех учебных заведениях города. Выпускников поздравили родители, учителя, первые лица города и наши корреспонденты. Белые банты – яркие эмоции. Праздник получается столикой грусти. Выпускницы не сдерживают слез. С 32-й школой сегодня торжественно прощаются полсотни 11-классников. На самом деле я очень счастлива и вроде очень грустно, что я ухожу из школы. Как бы я пойду в университет, в который я хочу, получу профессию, о которой я мечтаю. Но в то же время мы привыкли к этой школе и очень грустно расставаться с учителями нашими. Учителя и родители сегодня гости церемонии. Приглашение на праздник получил и единорос Назар Галат. Он тоже закончил 32-ю. Сегодня вспоминает свои юные годы. Хотелось идти вперед во взрослую жизнь, но чем дальше жизнь, тем все больше и больше ностальгии школьным годам. Школьные годы выпускники провожают традиционным вальсом и вокальным креативом. Слова к известным мелодиям сочиняли вместе с педагогами к торжественной церемонии последнего звонка. В первой школе с учебой прощаются 40 11-классников. Расставаться с школой – это всегда грустно и печально, но в будущем нас еще ждет много открытий, много новых друзей, и поэтому нужно все-таки эту печальку оставить чуть-чуть, пережить и этот день пройти с улыбкой. Напутственные слова звучат от родителей и педагогов. Поздравить ребят пришла и единорос Галина Селькова. Перед ними открывается большая жизнь. Но самое главное – это сдача экзамена, ЕГЭ, выбор профессии, выбор работы. И, конечно, мы желаем всем сегодня выпускникам только всего доброго, правильных решений, мудрых решений. Сегодня со школой прощаются 1500 выпускников 9 классов и почти 600 11-классников. Из своих учебных заведений виновники торжества отправляются на общегородской праздник. Школьные вальсы, поздравления первых лиц города звучат для 200 участников церемонии. Я вам желаю удачи правильно выбрать свой путь. Знайте, что после окончания вузов город Первоуральск вас всегда ждет, вас, молодых, инициативных, перспективных молодых специалистов, чтобы вместе с вами строить и развивать наш город. Расслабляться выпускникам рано, им еще предстоит единый госэкзамен. Предполагается, что в этом году полсотни выпускников закончат школу с медалью. Елена Стрелецкая, Алексей Вербицкий, Евгений Шилов, Денис Храмцов. Новости Первоуральска.